Какой подарок привезти из Египта? Найти этот финиковый мед. То же самое не можете найти этот йеменский куфы, арабский куфы. Тоже желтый чай дороже продают там, даже не то. Понимаете? А когда мы в Шарме работаем, остаемся по 2-3 месяца. У нас, например, у меня самого такая работа. Заметили, сколько штук я вообще потянул по морю? Этих трех. И еще ваших детей. Понимаете? Вот так. Вот так. А поэтому вот так, без меда, серьезно, без меда. Вот так, мед нам дают сыр, всегда принимаем его. По утрам, по вечерам, серьезно. Дают сил, дают активность. И еще, конечно, когда надо бить после украинцев, каждый день надо бить 5 стаканов таких литровых, да. Понимаете? Простите. И еще, конечно, желтый чай для голоса от простуды, вот уже холодно пьем. И кофе, конечно, тоже пьют египтяне тут вообще. Поэтому, когда покупаем себе, мы не покупаем в этих местах, старый город, новый город, в отелях, возле отелей, в магазинах. Покупаем в местном районе, где мы живем, который далеко от вас, в Шарме, потому что там у человека нупец сам. Он возит туда, в этот район, в Шарм-эль-Шейх. Самый настоящий южный финиковый мед, самый настоящий южный каркаде, самый настоящий южный желтый чай и самый настоящий арабский кофе, йеменский. Понимаете, нам продают очень дешево, мы тоже вот так покупаем у него. Если кого-то интересует, как купить, он продает вот так в сумках, для туристов тоже. В сумках, хорошая сумка, серьезно, типа кожная сумка, субрская сумка для женщин, белая такая с рисованным розом по бокам, со змейкой с рукавами. А в сумкой что? В сумке, дорогие, 4 пакетика. Окей, в первом пакетике 500 граммов южный каркаде. Во втором 500 граммов южный желтый чай. В третьем 500 граммов куфи, арабский. Или молотый, или визерных, без разницы. А в третьем 2 стеклянных панечки. Каждая панечка 210 граммов финиковый мед. Общее 420 граммов финиковый мед. В двух стеклянных панках, окей, панечках. И еще подарок такой в сумке есть. И знаете, напиток называется анис. Знаете его? От холода. Чай анисовый. Чай, анисовый чай. Это листочки такие. Паночкой 70 граммов анис. А все в сумкой, в разных пакетиках, упаковано, отлично, фирменно. Ни на солнце, ни на улицу, ни под солнцем. 100% вообще настоящий южный, это все почем. Если вы покупаете в Шарме, даже такого нету, никогда не будет стоить меньше 40 долларов. Да, у него почем только за 20 долларов. Вся сумка, и в сумке во время отучения 500 граммов южный каркаде, 500 граммов южный желтый чай, 500 граммов йеменский куфи, плюс 420 граммов в двух разных паночках стеклянных, хорошо покрытие, финиковый мед, плюс 70 граммов анис за 20 долларов. Это все там упаковано, отлично, фирменно. Это самое лучшее вообще для себя надо из Египта вывозить. Даже вот так лучше этих магнитиков, которые вот так дарите друг другу. Это даже вероятные подарки своим близким, очень людям. Если кому-то надо эту сумку, серьезно, совсем не пожалеете. Мы сейчас едем домой в Шарм-эль-Шейх, пока мы едем, нам ехать точно один час. Я туда позвоню, кому надо закажу, окей. Поблизу в Шарм-эль-Шейх, помните проверку, где мы ждали? Второй джип, помните, где мы вас ждали там? Кому надо, привезут туда, мы никуда не будем ехать, мы будем ехать совсем специально. Туда привезут и вам раздадут. Кстати, а даже если у вас денег мало, вы можете в отеле рассчитаться, это не проблема. Серьезно, если одну или две сумки возьмете, боже, лечь, что даже по 5 штук не брать. Серьезно, это можно. Можно я? Можно я?